Здравствуйте. А можно два билета и фото, видео, если... Зубная щетка 120 рублей на вокзале. Ага. Мороженое, вода и салфетки 600 рублей на вокзале. Когда дойдете до Чачи? Каково это быть таксистом в самом красивом городе страны? Девчули, спросим, как им в Сочи? Это стоит того, чтобы приехать и прогуляться. Но ты будешь еще кататься? Приедешь еще в Сочи? Да, приеду в Сочи. Доброе утро, страна! Смотри, сегодня мой влог начинается с моего номера. Номер, который я арендовал для того, чтобы тебе рассказать, во сколько тебе может обойтись отдых в межсезонье в городе Сочи. Поэтому вот такое нестандартное начало. Итак, смотрим. Обычный, стандартный, ничем не примечательный двухместный номерок. Ну ты извини, конечно, что тут как бы я все-таки спал, я не могу там как горничная это все аккуратненько сделать. Ну, чтобы ты понимал, что это моя как бы кровать, что ничего, никаких подстав. Так, номер достаточно просторный. Есть телевизор, чтобы ты мог смотреть «Южанина», там подключившись через интернет с помощью Apple TV, там это же не реклама Apple. Короче, есть вот такое дополнительное место, шкаф. Зайдешь, посмотришь, в принципе, ничего такая, даже ванная. За окном хоть убитая, но пальма, потому что мы в Сочи. В чем же фишка? А в том, что, собственно говоря, цена этого номера, без учета завтрака, составляет 600 рублей в сутки. 600 рублей в сутки. Тепло, светло, комфортно. И 600 рублей в сутки. Вот так вот. Именно с этой правды, именно с этого факта мы и начинаем мой новый влог, благодаря которому ты узнаешь, так ли дорого жизнь в Сочи. Слушайте, ну а теперь вот так вот выглядит этот отель. Этот прекрасный отель. Со стороны, с улицы. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Я хочу тебе сказать, что я счастливый человек. Вот стоит мне куда-то поехать снимать, я иду, и дождь идет. Знаешь, погода мне всегда благоволит. Даже приезжая в самый солнечный город России, на самый, так сказать, курорт, все равно я попадаю. Сажусь в лужу, вернее, стою в ней. Слушай, ну, пока я писал свое первое видео, дождь закончился. Ну, почти. Повезло, повезло. Итак, еще немножечко про отель. Отель находится, как я уже говорил, недалеко от ЖД-станции Адлер. Но мне кажется, в межсезонье, ну и тем более высокий сезон, даже не в этом его преимущество. До морюшка, до теплого, черного, самого лучшего морюшка. Вот идешь, 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 буквально 100-150 метров, и тут бабах, посмотри. Просто уходишь в самый конец пирса, в межсезонье, и просто отдыхаешь. Никого, только чайки, шум волны и ты. А сейчас немного поговорим про цены. Меня зовут Южанин. Саша. Южанин. Маруся, Сашенька, ну расскажите, пожалуйста, вот ему, он сидит там, зачем приезжать в межсезонье? В межсезонье в Сочи, для чего? Вот. А вы, я так понимаю, вы не с Кубани? Нет. Откуда? Сложный вопрос. Я, возможно, из Москвы, вообще я из Иркутска. Ну, нормально, нормально. Это Россия. Россия, огромная наша страна. Вы тоже?
Я из Владивостока. Во! Живу в Москве. За сколько сняли жилье? Все в круг. 8000 билеты, да? Сколько понимаю? Да. Давайте себе перейдем, и мы переходим к следующему, я не боюсь этого слова, герою нашего выпуска. Марусенька, да. Давайте так, и меркантильным посчитаем, во сколько обошелся ваш отдых. На двоих 8000 перелет, трансфер и проживание. На двоих 8000. Долларов? Нет, рублей. Стоя летели? Лежа, честно. Ничего себе! В грузовом! Вот это по-нашему! Куда идете сейчас? Вот что сейчас делать? Вот просто я не понимаю. Я вот тоже сейчас приехал, думаю, блин, поеду-ка я в Роза Хутор, там, по крайней мере, хотя бы красиво. Вместе поедем все. О! Хотите с нами? Да? Да легко, поехали, мы вас довезем. Какая нам разница? Не, серьезно говорю. Не знаю, надо. Давайте погуляйте, отдохните, подышите воздухом, если что, там увидимся. Спасибо, спасибо большое, ребят. Спасибо. Удачи. Спасибо. Всех благ. Пойдем дальше. Короче, нашли мы нашу машинку, и сейчас ты увидишь то, что раньше не видел. Ну, если ты не пользовался никогда каршерингом, то увидишь, как открывается машина. Она открывается с помощью приложения телефона. Увидишь саму машину и увидишь человека, который меня повезет. У меня, к сожалению, нет прав, только обязанности. Итак, па-бам! Впервые его лицо на всех экранах страны. Это Леха, он оператор, и он повезет меня. Моя жизнь в его руках. Итак, что же делает Леха? Леха осматривает автомобиль на предмет повреждений от предыдущего арендатора. Вот. Вроде бы все целенькое. Колпака нет. Заметь, колпака нет. Документики есть? Ваши документы. СТС. Вот он, пожалуйста. Топливная карта. Стоимость аренды входит. Заправка. Топливо. То есть тебе не надо про это я даже думать. Топливо на 150 километров. На 150 километров хватит доехать, ну, как минимум, до нашего, до нашей точки. Страховка есть? Да. Салон чистый? Нет. Никто нигде там, все целы? Никто нигде не помер? Не валяется нигде тут? Труп в багажнике не обнаружен, Алексей? Давай откроем, посмотрим. Это багажник. Так, есть даже щетка-сметка, скребок. Едем мы. Роза Хутор. Давай эстосадок. Как ты видишь по моему кислому лицу и каплям на стекле, погода не дает нам даже выйти из машины, поэтому мы едем в бургерную и немножечко переждем. Вот ты скажешь, а что, не могли погоду посмотреть? Ну, блин, будет ясно тогда, стоит ехать или нет. Обновили только что Яндекс.Погоду. Смотри. Па-бам! Если ты не понимаешь, что это, то я тебе объясню. Вот это светлое пятно, где написано Красная Поляна, там типа нет облаков. То есть там, по идее, должно быть солнечно и без осадков. На деле же... Ой. В общем, тебе понятно, да? Дождь идет. Так, ну что? В общем, эта сумма за дорогу из Адлера... И мы уже здесь минут 10. Я уже успел сходить купить в Макдональдс еды, обед, вернуться. И такая сумма набежала. Во время ожидания тариф резко меняется. До ожидания 9 рублей. Сейчас сколько? 2,5 рубля минута. 2,5 рубля минута. То есть, в принципе, если ты приехал куда-то на пару часиков, это прям нормально. Недорого. Итак, в чем же, собственно говоря, преимущество? Преимущество в том, что таких машин много в Сочи. Если тебе нужно по Сочи, по Адлеру, выбирай такси. Если же тебе нужно, наоборот, из Сочи в Адлер, Хосту, Мацесту, Красную Поляну, каршеринг, Форева.
Экономия просто безумная. Никакое такси не сравнится. А если у вас еще и много, то это даже дешевле, чем если вы будете ехать на автобусе. На автобусе из Сочи в Адлер примерно 75 рублей с человека. 4 человека – 300 рублей. С Большого Сочи в Адлер на на каршеринге 260 рублей. Прикинь, и ты вообще не паришься, едешь на комфортном автомобиле Mercedes, Kia. В общем, друзья, есть преимущества? Конечно же, есть. После всех этих приключений, которые были у нас на Роза Хуторе, мы так и не дождались хорошей погоды, приехали в Большой Сочи, недалеко от Морпорта. Перед тем, как мы отправимся на прогулку, кстати, прогулка по Сочи – это очередная фишка города, поскольку если там у вас дождь, непогода и все такое, приезжая в Большой Сочи, спускаясь, здесь кардинально другое ощущение, другая погода, другая атмосфера. То же самое может быть и наоборот. Здесь, если плохо, возможно, там хорошо. Что нужно учитывать? Учитывать нужно только одно. Если вы хотите приехать погулять на машине в центр города, будьте готовы к тому, что вам не достанется свободного места на парковке. На любой, и на платной, и на бесплатной. Вы не сможете ее просто тупо оставить. А если вы ее бросите как попало, и транспорт эвакуирует просто для того, как вы уже завершили, собственно говоря, обслуживание, счет идет вам. Да, вы бросили, вы и будете платить. Но мы поставили аккуратненько, куда нужно, поэтому сейчас идем спокойно прогуливаться. Надеюсь, что-нибудь еще успеем снять. По статистике, прогуливаясь по Сочи, туристы тратят примерно 90% памяти своего мобильного телефона. Все потому, что щелкаешь, снимаешь видео, селфи и портреты и пытаешься делать какие-то зарисовки а-ля Айвазовский. Потому что красиво. Невероятно красиво. И хочется фотографировать, фотографировать, фотографировать. Что, собственно говоря, я буду делать. Ты, я уверен, тоже, когда приедешь сюда. Сочи – город большой, протяженный, хоть по населению далеко не миллионник, но по пробкам, особенно в часы пик, это прям мегаполис, прям такая, прям Краснодар, Москва, Ростов, я не знаю, где пробки. Есть ли в вашем городе пробки? Если они такие прям вообще вот такие вот, пиши в комментариях. Вообще, почаще давай общаться. Пиши, что бы ты хотел узнать о жизни на юге. Постараюсь ответить на все твои вопросы. Ты турист? Ну да. Облика морали? Типа того. В общем, как вам Сочи? Отлично. Дорого? Очень люблю этот город. Пока нет. Мы всего четвертый день, нормально. То есть, пока чем нормально. Дальше, тем цены будут этот. Да, тем, кто, тем здесь, кто неделю, будьте готовы в два раза увеличиться тариф. Шутка. Да, 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 да. Говорят, что поговаривают с апреля уже поднимут. А, ну это вы имеете, да, к высокому сезону. Да. Сейчас сколько вы просчитывали, сколько примерно нужно потратить для того, чтобы хорошо отдохнуть в Сочи в межсезонье? А в период какого времени? Вот сейчас, вот сейчас. Ну, неделя, день. День, да? Ну, 1000-2 в среднем. Это на одного или на семью? Это вот на нас, на двоих. Вот да. Так вот. Ну, опять-таки, это мы, как бы, эту карусельки, то есть столовая, как бы, вообще вполне себе. То есть вы не отказываете, не ограничиваете себя? Нет. А вы откуда, если себе? Ростов-на-Дону. Фу, так наши же, южане же. Так, а если бы вот так вот сказали, переезжайте в Сочи. С удовольствием. Нам повезло с тем, что нет ветра хотя бы. Ладно, нет
чистого голубого неба, нет яркого солнца, но безветрие позволяет сделать потрясающие зазеркальные такие видео и фотосъемки. Поэтому в очередной раз убеждаю, что у природы нет плохой погоды. Если ты в Сочи, то в принципе даже в такую серость ты обязательно найдешь какие-то красивые яркие кадры. Почем нынче катер? Хочу почувствовать себя таким олигархом. Ну, если своей компанией взять прокатиться, то можно взять на час катер в аренду за 5000, своей компанией до 11 человек выйти в море, насладиться, искупаться, кто желает. Северяне у нас, кстати, купаются. Скажи, пожалуйста, сколько примерно нужно так вот времени, чтобы по-настоящему насладиться? Ну, час, это понятно, что это вообще ни о чем. Только вышел, чуть прошел, ну, хотя бы так в среднем, 3-4. По мне, объективно, вот по мне, 3 часа. 3 часа? Да, покушать, попить, пообщаться с друзьями, искупаться, там, отдохнуть, 3 часа. Вместимость? Вместимость до 11 человек. Выгодно ли работать в Сочи в межсезонье? В межсезонье? Ну, я думаю, что да. А если мы говорим про жилье, вот насколько, вот я же так понимаю, что местный житель? Ну, почти, можно сказать. Если мы говорим про жизнь в межсезонье, вот людям, которые сейчас там смотрят, думают, блин, приехать, открыть свой бизнес, вообще сколько примерно уходит денег на квартплату? Ну, в среднем такая однокомнатная квартира, ну, стоит 1025 плus коммуналка, ну, 30 тысяч надо будет выложить. Ну, в принципе, как бы, если хочешь жить в райском месте, если ты хочешь любоваться пальмами даже в феврале, в ноябре, да, в общем, всегда, будь готов раскошелиться. А что ты хотел? Чтобы в Сызрани у тебя были, там, росли пальмы, и ты платил, там, 5000 рублей в месяц? Ну, это же нереально. Ладно, удачи! Ну что, настало время минутки клуба путешественников в Южане. Итак, сочинский морвокзал был построен в 1955 году. По стилю это сталинский ампир. Шпиль высотой 71 метр. А теперь разберем немножечко его по ярусам. На первом ярусе это 4 девушки, которые означают времена года. На втором ярусе 4 мужчин, они означают стороны света. На верхнем ярусе резвятся дельфинчики и на самом верху орден. Орден Великой Отечественной войны. Выходим мы из морвокзала и попадаем на площадь Никулина. А почему? А потому что именно здесь, в Сочи, снималась сцена, где Семен Семенович Горбунков отправлялся в свое путешествие в фильме «Бриллиантовая рука». Семен Семенович, что бы вы могли сказать нашим дорогим товарищам радиослушателям перед отправлением в это увлекательное путешествие? Вообще, по правде говоря, я не хотел ехать. Я думал купить жене шубу. Нет, нет, шуба подождет. Я считаю, главное – это поглядеть в мир. Как вы думаете, сбудется? Что? Желание? Или вы просто решили, думаю, надо? Мы его просто потрогать. Не, надо. Давай. Желание загадать? Да, давайте загадываем желание, только вы никому не говорите. Так, я готова. Доллар по 22 загадывайте. Ну что, настало время посетить дендрарий, сочинский дендрарий. Очень старый, очень красивый. Основан был в 1892 году. Хватит слов. Пойдем смотреть. Погода тем более налаживается. Сейчас купим билетики, и ты все увидишь. Так. Пешком по парку пойдете или с канатной дорогой хотите? Канатка-подъемник везет на самую верхнюю точку, в гору, вверх. А потом по парку вниз спускаются. И цена? Канатка находится через дорогу. Угу. Там у них касса 300 рублей с человека. 300 рублей с человека. Давайте пойдем, наверное, пешочком. Пожалуйста, билетик. Сэкономим. 4 входа вниз. И мы пойдем.
настолько большой. Он находится на разных высотах, вернее, части этого дендрария. Что порой у тебя и от восхищения, и от физической нагрузки, поскольку приходится постоянно идти в гору, прям дух захватывает. Но стоит ли сюда приехать? Стоит ли его посетить? Да, конечно же, да. Один раз, конечно же, один раз в каждое время года. Неважно в какое, обязательно приходи, и тебя дендрарий удивит. Хоть зимой, хоть летом, хоть в межсезонье. Вот сейчас ранняя весна, и мы пойдем посмотрим на вечно цветущие растения. И, может быть, нам повезет, и уже расцвела сакура. Слушай, ну с сакурами нам немножечко не повезло. Не цветут они сейчас еще пока, но повезет-то тебе, поскольку ты приедешь после меня и наверняка застанешь цветение этого красивейшего дерева. Ну расскажите, пожалуйста, откуда вы, девчонки? С Урала, с Перми. Вот так вот? Да. Только на сколько прилетали? На 3 ночи. Опа-на, и что это за тур такой? Такой мини-тур. Давайте такой меркантильный вопросик. Сколько стоит такой мини-тур для жителей Перми? 15 тысяч. На одного? Да. Это с дорогой, с проживанием? Да, да. С транспортом. Серьезно? Да. А где живете? Сочи парк отель. Ух, нифига себе. Сочи парк, это же, по-моему, Адлер, да? Да. А как сюда добираетесь? До Большого Сочи. Сколько стоит? 76 рублей, да. О, нормально. Это стоит того, чтобы приехать и прогуляться. Ну что, в этом красивом месте я хочу поставить запятую тем выпусков про Сочи. Почему я говорю тем? Да потому что их будет еще много, поскольку я не рассказал даже тысячной части про этот город-курорт. Оставайся со мной, пиши комментарии, ставь лайк, жми на колокольчик, и будет тебе счастье. Сочи прекрасен. Попробуй, как я, и увидишь, что это правда. Слушай, ради прикола зашел на Авито, чтобы посмотреть примерные цены на апартаменты в этом районе. Александрийский маяк. Последние 3 этажа, с 21 по 23, пентхаус. 9-комнатный. Цена, бам, блин, 230 миллионов, 230 миллионов. Зато вот такой вид тебе, ты в Сочи, в России. А я поеду в Сочи на огненный песочек, на гальке пляж, лежа я буду загорать. А я поеду в Сочи, мне это нужно очень. Хочу на пляже в Сочи любовь я отыскать.